Ребята, а вам не кажется, что училка там вроде бы кричит? Да, училка. Ребята, я здесь! У меня дверь заклинила! Помогите мне! Ребята, а что происходит? Я понять не могу. Да у нее, походу, дверь заклинила. Так, давайте, может, по-тихому свалим? Да нет, давайте ее лучше выпустим. Ребята, вы здесь? Помогите! Да, это мы пришли, мы здесь! Блин! Да ну, ребята, вас не поймешь, что вы хотите свалить, то ее вытащить оттуда. Так что, мы ее будем вызволять? Да нет, конечно, не будем ее вызволять. Или ты что, учиться хочешь? Да тихо, что вы шумите? Ребята, я слышу, вы здесь. Но вызволите меня отсюда, у меня дверь заклинила. Так, ребят, может, давайте я посмотрю, что там с дверью? Цыц, Жека, не надо, я тоже учиться не хочу. Давайте просто свалим. Я вам свалю, я сейчас опять Моргенштерну позвоню, и вам мало места будет. О-оу, если он опять приедет, то он нам, как всегда, запретит быть годными. Поэтому, может, давайте его лучше выпустим? Тю, а что с дверью вообще такое? Ребят, дверь как бы работает, открывается. Джессика, может, вы дверь не в ту сторону открывали? Да ну ладно, это что? Дверь так открывается? Ребята, посторонитесь! Джессика Кэт, приятного аппетита! Ты чё, совсем того? Это вообще-то туалет, а не столовая. Ой, да я хотел сказать, недолго там, я тоже в туалет хочу. Занято, ненадолго. Понял, так что давай бегом в класс на урок. Да нет, мы там с пацанами перетереть должны, мы потом потянемся. Давай только недолго, чтобы училку не бесить. Так, пацаны. Погнали на улицу, я нашел нарезочку классных моментов из фильмов ужасов. Сейчас глянем. Вот у нас училка, конечно, смешная. Ручку не в ту сторону дергала. Да-да, она могла вообще через окно выйти. Да-да. Кстати, девочки, я вам такие новости расскажу. Короче, у костыля и черепа была стрелка, и костыль черепа стукнул по черепу, а череп костыля... По ногам! Так я его видела, когда гуляла, у него вот такенный фингал под глазом. Да-да-да, я еще слышала, что череп заступился за свою девушку только потому, что костыль начал палить на нее. Интересно, наши мальчики могли бы так за нас заступиться? Да-да, хотелось бы. Пацаны, смотрите, что у меня есть. Это ключи от машины нашей училки. Вау! Садимся. Ну чё, ребят, погоняем? Нафиг нам те уроки? Да ну, ребят, сейчас училку разозлим, она опять Моргенштерна вызовет. Не-не-не, я не хочу. Дэн, да не очкуй, ты шо, никогда уроки не прогуливал? Конечно прогуливал, но у училки машину я не угонял, не-не-не. Так, определяйся, ты с нами или нет? Да ну вас в баню, нет, я не с вами. Я на такое не подписывался. Ну и ладно, мы без тебя погоняем, заводи же. Училка, училка! Там Жека с Даней украли ваши ключи от автомобиля и хотят поехать, в общем, покататься на вашей машине. Что? Ну я им сейчас! Да, наваляйте им, только вы меня не сдавайте! Вы что удумали, Моргенштернята? Я вам сейчас! О-о, вот и приехали. Стопудово нас Дэн сдал. Ну, в общем, это, мы
мы хотели посмотреть, чистая ли машина в салоне, да, если грязная, это протереть, там помыть, ну, в общем, мы поняли, мы идем на урок. Давай быстрее. А окно за вас кто должен закрывать? Моргенштерн? Вот ученики. Где стукач? Какой стукач? И чем вы нас нагоняете? В смысле? Мы на вас не нагоняем. Где Дэн? Да Дэн только что сказал, что вы нам навалять хотите. Да! Что? Мы не хотим вам навалять. Да. Мы же вас любим. Все, погнали его искать. Давай. А меня забыли поцеловать. Вот. То-то же, другое дело. Так, ученички, начинаем урок, закрываем окно и садимся. А где Дэн? А он это, он там, да, он там. Да он это, в окно сиганул. Угу. На, Жека испугался и в окно сдреснул. Джессика, я здесь! Я вижу, а должен быть здесь. А ну-ка быстро в класс! Угу. На перемене разберемся. Да-да, у нас память хорошая. А я опять сдрысну. Эй, друг! Ты че нас сюда впутал в ваши разборки? Ну а что мне еще оставалось делать? Их двое, я один. Мне ж нужно было как-то выкручиваться. Я еще жить хочу. Так, начинаем урок. И вообще не драконьте меня. Я сегодня не выспалась, не позавтракала. И вообще у меня левый глаз дергается. Так, записываем тему урока. И я не вижу, где Сан Саныч? Джессика Кэт, а Сан Саныч сегодня заболел. И мне самому... скучно сидеть. Можно я к девочкам сяду? Нет! Ты у нас спрашивал, хотим ли мы с тобой сидеть. Настюх, ну что ты вот это вот? Давай не выделывайся, садись ко мне, мне самому скучно. Да отстань ты! Джессика Кэт, а какая у нас сегодня тема урока? Настюх, я не поняла. Ты что, учиться собралась? Чё с тобой произошло? Нафиг тебе эта тема урока? Давайте, может, музыку послушаем? Темой урока сегодня у нас будет... Так, подождите, а вы мне домашнее задание свое рассказали? Стихотворение, которое я вам задавала на дом, Александра Сергеевича Пушкина. Пока Сан Саныча нет, это мой шанс. Джессика Кэт, можно я? Конечно можно, Даня, давай рассказывай стихотворение. Ночь, луна, мне не спится, стихи не пишутся. У окна я сижу при свече, и на луну я смотрю задумчиво, а Даша мысли все. Все хорошо, но это не стихи Александра Сергеевича Пушкина. Джессика Кэт, мы живем в свободной стране. Да и вообще, я учусь в школе Святого Моргенштерна. И я считаю, что вы мне должны поставить 12-ку или даже вообще 2 12-ки. Бро, а у тебя губа не треснет от 2 12-ок? Да ну тебя, не треснет. Джессика, какая у меня оценка? Даша, ты прикинь, пока Саныча нету, Даня вон уже начинает к тебе подкатывать. Угу, не, ну что, приятно.
Даня, а ты не боишься от Саныча за такие стихи получить? Нет, не боюсь, отстань-то. Жека, я вообще-то тоже хочу, чтобы ты мне стих посвятил. Хорошо, Даня, за старание и за импровизацию я тебе ставлю 12. Угу, спасибо. Джессика Кэт, а можно мне стихотворение рассказать? О-о-о, Настя, смотри, сейчас Жека тебе стих рассказывать будет. Черный ангел был когда-то белым, в раю он жил и людям помогал. И выгнан был из рая богом гневным, и править адом стал. Мучил грешников за их грехи, не давал пощады. Был жесток и груб, но любил все, но любил без памяти все, Анастасию и все вокруг. Жека, че за Анастасия? Это твоя новая девушка? Вообще-то Анастасией, он тебя назвал. Но все равно мог и получше рассказать. Везет вам, Настя, Даша. Вон мальчики вам стихи посвятили. А мой... Дэн, ты вообще собираешься мне стих какой-нибудь рассказывать? Да, Настюх, я вообще не романтик и по этим делам не шарю. Но сейчас что-то придумаю. Так, я шел, пирожок нашел, откусил там... Потом дальше пошел, у бабульки цветок нашел, сорвал и Настюхе подарил. Все. Да ну, Дэн, ты серьезно? Не в рифму же. Девочки, все в рифму и все красиво. Он же это от чистого сердца сочинил. Дэн, я тебе тоже стишок сочинила. Пусть не ангел ты с небес, от тебя не жду чудес и похвал тебе не шлю. В общем, ты не идеал, не богат, не знаменит, но и внешне не Брэд Питт. Но мужчины нет родней, и другой не нужен мне. Нифига себе Настюха стих рассказала. Ага, видали, как моя Настюха валит? А вы так не можете, ваши стихи фу, а моя Настюха, да, это она. Моя. Не, ну а что, не только же девочкам мальчики должны стихи посвящать. Девочки тоже могут стихи мальчикам посвящать. Я же, может, его люблю.